Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему виза для воссоединения семьи в Италии. Чтобы получить данную визу, соискатель предоставляет следующие документы. Это приглашение с указанием цели пребывания, далее копию ID-карты родственников, гражданина ЕС или его вида на жительство. Также документы, подтверждающие родство для пенсионеров, копию пенсионного удостоверения, для несовершеннолетних копии свидетельства о рождении. Как только владелец визы данного типа въехал на территорию страны, он обязан в течение 8 дней с момента въезда обратиться с запросом на получение ВНЖ, предоставив все необходимые документы. Также все документы должны быть переведены сертифицированным переводчиком и нотариально заверены. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании. На этом у меня все. До новых встреч!